А в КШП в этом видео я вам покажу и расскажу, как заполучить чудо-оружие Wunderwaffe DG2 на карте Шинанума в Call of Duty Vanguard. Для сборки этого оружия нам понадобится 4 детали. Первую, ствол, можно будет найти в рыбацкой хижине, на входе справа на стеллаже. Подбираем и отправляемся к станции связи, где снаружи посреди болота вы найдете зеленый щиток. Вставляем в него ствол и скипаем волну. В начале следующего раунда в щиток ударит молния и начнется процесс зарядки. Обороняем щиток, и после этого ствол можно будет забрать. А внутри станции связи можно будет забрать из рации вакуумную трубку. Третья деталь, кстати, тоже находится здесь, в соседней комнате, на столе. Подбираем ее и идем в сарай, он же сторож. Здесь нам нужно будет включить ловушку, которая спустя 5 секунд перегорит и откроется. Вставляем туда предохранитель со станции связи, и теперь нам нужно будет убить несколько зомби с помощью ловушки. Убиваем до тех пор, пока персонаж не скажет, что достаточно. Ну и для последней детали нам нужно будет дождаться прихода забаллы, которая спаунится начиная с 15 раунда. Ведем ее в помещение под стартовой локацией, где обнаружим вот такую вот машину. Нам нужно будет стригерить электроатаки забаллы рядом с этой машиной несколько раз, чтобы зарядить ее. Когда все будет готово, машина начнет сиять, а справа можно будет подобрать еще одну вакуумную трубку. Относим все это добро к верстаку в сарае и собираем. Конечно, DG2 можно было выбить из ящика, но кому это вообще интересно? Что ж, ну а на этом у меня все. Спасибо за просмотр и увидимся в новых гайдах по Шинанума.